Это пролетел еще один год Destiny, но насколько же насыщенным он оказался, не побоюсь сказать, самым ярким и важным в истории серии. Привет, Страж, это я, Джонни Лейни, а это последнее видео в уходящем 2018 на канале Triple Vibe. Прежде чем начнем подводить итоги и загадывать желания, у меня к вам одна просьба. Напишите в комментариях, когда вы начали играть в Destiny. Интересно узнать, как много игроков присоединилось к нам в уходящем году, ну и посчитать олдов святое дело. Без шуток, в минувшем году Destiny преодолела огромный путь. Это было чем-то невероятным. В начале года даже самые верные фанаты серии были в смятении. Все чаще мы меняли свои подарки Уриила на мечи из Monster Hunter World или горнила на очередную королевскую битву. Затем что-то начало меняться. Мы видели, как фидбэк игроков дает свои плоды, как ведущие представители комьюнити обсуждали вместе с разработчиками ключевые механики игры и помогали восстанавливать доверие аудитории и готовить игроков к переломному моменту. Дополнению «Отвергнутые», которая не просто вывела игру из темного бесконечного леса, а вдохнула жизнь и драйв, о котором даже мечтать было наглостью. Для многих утверждение, что «Отвергнутые» спасли игру, оказывается сегодня неоспоримым фактом. Только после выхода «Отвергнутых» игроки были готовы возвращаться. Шокирующий сюжетный поворот, новые тайны, масса редких предметов и званий. Кора аудитория ой как падка на это. Сдохнуть, но выбить палаш Редрикса, прожечь желудок Редбулом, но выбить лунный вой, прикрутить к стулу сральное ведро, но рейд за ночь закрыть. Страшно сказать, но для некоторых игроков аддон «Отвергнутые» поставил знак равенства между Destiny 2 и Destiny 1. Да ладно! Да-да! Все же говорить можно много, но вы просто вспомните, сколько всего произошло. В этом году мы покоряли ледники Марса в поисках ужасного червебога, познакомились с Анной и лицом к лицу встретили Распутин. Научились выполнять активность команды из 9 человек, хотя она рассчитана на троих. Боролись с блокировками PSN и обходными путями таки добирались до последнего города во что бы то ни стало. Вновь и вновь проходили миссии ванильной игры, чтобы получить белоснежный китель и быть самыми красивыми в новом году Destiny. Наслаждались атмосфернейшим саундтреком, прыгая по крутым обрывам миссии Шепот за самой мощной винтовкой. Мы видели трагическую смерть лучшего друга и жадно выжидали момента отмщения. Мы вернулись на риф и исследовали его новые земли, которые до этого даже вообразить не могли. Завели дружбу с могущественным вождем падших. Приблизились к темной стороне силы, познакомившись с Кодзимой, который пригласил нас в новый гениальный режим Гамбит. Он учил нас не таскать больше 5 частиц, но мы же лучше знаем и продолжаем вайпаться с полными карманами. Он рассказывал сказки про некую летающую фрикадельку, но все это не больше чем слухи, никто ее так и не видел. Или видел. Мы не спали ночи напролет, вливая в себя кофе литрами, и все ради револьвера «Лунный вой», который должен был поправить даже самые неумелые руки. 2018-й это опять кабал! 2018-й это плюс 2 на трон за луком. 2018-й это не только где Ксур, но и где высшее испытание. В уходящем году мы вернулись на родные земли космодрома, с которых так не хотелось улетать. И конечно же мы уничтожили последнюю Ахамкару Ривен с помощью ракетниц. Ну и представить не могли, что это запустит необратимые последствия в невероятно красивом городе грез. И только нам начало казаться, что все позади, как мы обнаружили тайное общество экзокузнецов прямо у себя под носом, в башне. И помогли восстановить древнее искусство производства лучшего оружия. А сколько еще тайн не разгадано, сколько секретов таит в себе вселенная игры. Мы ведь ждем 2018, чтобы забрать свое последнее слово. И не только. А какой момент игры в минувшем году стал для вас самым запоминающимся? Также пишите в комментариях. Безусловно, это был самый ураганный год. Я рад, что Destiny 2 сделала огромный шаг вперед за эти 12 месяцев, что в игре появилось так много новых игроков, и очень бы хотелось, чтобы в 2019 нас стало еще больше. Destiny 2 – отличный подарок на новогодние праздники, так что присоединяйтесь к стражам последнего города, зовите друзей и боритесь со злом с помощью силы света. А канал Triple Vibe поможет вам на этом непростом пути.
Так что оставайтесь на связи. Ну а тем, кто уже давно с нами, спасибо вам, что смотрите, пишете, участвуете в розыгрышах и приходите на стримы и на мероприятия по игре. В этом году канал преодолел планку в более чем 60 тысяч подписчиков. Это просто невероятно. Чего можно загадать, чего можно пожелать игре и ее сообществу? Я желаю каждому найти верный статик или клан, играя вместе с друзьями, получать новые впечатления. Желаю каждому из вас самого сочного и щедрого лута, только самых смышленных напарников в гамбите и самых метких напарников в PvP. Я безмерно рад быть частью сообщества Destiny и рад, что мы идем с вами одной дорогой. Увидимся в 2019-м. Покорим еще новые земли, сразимся против тьмы плечом к плечу. Отбиваю каждому охотнику пятюню, жму руку каждому титану, даю кулачок каждому варлоку. С Новым годом! А теперь итоги розыгрыша. Парой роликов ранее я объявил о начале конкурса, главным призом в котором станет сезонный абонемент второго года, который дает доступ к черному арсеналу и двум грядущим обновлениям. Спасибо каждому участнику. Кого выбрала Фортуна на этот раз? Вот он, победитель. Я написал тебе ВКонтакте, так что принимай поздравления и приз –